Группа Хара. Доброе утро. Группа Хара. Приехали ребята к нам из Абакана. Кстати, давайте расшифруем название. Да. Тоже оно у вас там, я так понимаю, символично. Ну, если с ударением Хара. Хара. Переводит древнеславянского. Улыбка Бога. Но на разных языках это слово означает разные компоненты. Вот давайте микрофон я вам передам, чтобы было лучше вас слышно. Прошу. Еще раз про название. Улыбка Бога на переводе. Хара, улыбка Бога с древнеславянского. Ну и, наверное, интересно то, что на разных языках слово хара в переводе означает совершенно различные вещи. Очень удивительно. То есть у вас такое совпадение произошло? Как бы вот родилось, вот Саша придумал название. Где-то, как-то, какими-то путями. Это просто прикол. Ну, это вот случайность и улыбка Бога, я так понимаю, что вот оно так пути как-то привели к созданию этого названия. И вот до этого была у нас песня, и вы говорили о том, что вы в основном как бы импровизируете стиль, да? То есть, ну, насколько там, не знаю, процентов это импровизация, насколько это все-таки подготовка какой-то конкретной композиции? То есть вы никогда не повторяетесь или... Ну, может быть, случаются какие-то повторы, но это как бы неумышленно. Вот, и люди переиграли очень много лет, и очень много опыта у них. Поэтому устали от рамок, а от каких-то формул в музыке. И хочется какой-то некой свободы. Чтобы... Свобода творчества, вот именно, да, как раз-таки. Ну, то есть к тому, что у вас же есть альбом, вот то, что вы записали, это вы больше никогда не повторите или... Да, наверное, не надо. Не надо? Мы сейчас играем по-другому. Поэтому... Единственное, что нравится, то, что вот инструменты, которые из звенящего кедра, вот из сибирского нашего кедра, в прямом смысле слова звенящего, янтарного дерева, высохшего на корню. То есть ни одно живое дерево не пострадало при изготовлении всяких... Ну, инструменты, да, они на самом деле, во-первых, и очень красивые внешне, ну и звучание у них, конечно же, ручные, обалденные. Да, про них я предлагаю поговорить чуть попозже, а пока что выяснить, собственно, как они звучат. Давайте послушаем очередную композицию. Как, ну, название надо сказать, да? Да. Название. А, ой, да ты, да не ты. Вот так вот. Хорошо. We'll be right back.
темном небу синим в гостях.